15 августа на продолжающемся в Юрмале фестивале «Саммертайм» приглашает Инесса Галланте выступил известный композитор и музыкант Горан Брегович. Живущий в Париже музыкант упорно продолжает называть себя югославом, аргументируя это тем, что его отец хорватского происхождения, мать сербского, а жена боснийка. Зная, что в ближайшее время у Бреговича запланированы концерты на Украине, корреспонденты Микс ТВ во время беседы с музыкантом перед концертом задали вопрос о его отношении к тому, что сейчас происходит в этой стране. By experience from the history, you know that... Единственное, что я точно знаю, все, что мы видим по телевизору, неправда. Любой человек, у которого есть немного мозгов, понимает, что это грязные игры между Востоком и Западом. Политики готовы делать любые грязные вещи, если они помогут им лично. Я родом из мест, где всегда любили Россию, но с другой стороны мы часть Европы, поэтому я испытываю очень смешанные чувства. А как вы думаете, каким образом можно остановить подобные конфликты? Вы задали мне вопрос на миллион долларов. Если бы я знал, как на него ответить, наверное, не был бы простым гитаристом. Музыка — один из первых языков человечества, и говорить на нем легко. Увы, политика гораздо сложнее музыки. Последовавший концерт доказал сказанное музыкантом на 100%. Уже первой мелодии «Газ-газ» Брегович задал атмосферу вечера, мгновенно превратив сдержанную латвийскую публику в ничем не отличающуюся по темпераменту от балканской. В течение концерта с каждой мелодией количество танцующих зрителей увеличивалось, сидящих на месте уменьшалось, а прощался с музыкантом зал и вовсе стоя. Напомню, стартовавший 11 августа фестиваль «Саммертайм» приглашает Инесса Галланте, продлится до 17 августа. Сегодня поклонников джаза и блюза ждет выступление известного российского пианиста Даниила Крамера, певица Армина Саркисян, голос которой музыкальные критики называют «медовым», и гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко. В воскресенье же муза фестиваля Инесса Галланте приглашает всех на гала-концерт.